Ну что ж, всем привет! Хоть пока особо и зрителей и немного, хотя вроде как есть пассивные зрители, которые просто не пишут в чате, так что все-таки есть кому сказать привет. Ну, уже, мне кажется, достаточно мы выждали, так что можно начинать. В процессе люди подойдут. Это тоже практика показала, так что все нормально. Так вот, продолжаем игру в стиле первых черепах на NES и одновременно третьей части черепах на Game Boy, которая Metroidvania. О, привет! AGRHH. Агрх. Не знаю, как правильно ты хочешь, чтобы твой ник называли. Ладно.
Вот уже и первый активный зритель. Прикольная довольно игра. Прошли мы ее на 73,5%. Ахах. Мы, кстати, не где-нибудь, а в измерении X. И нам сейчас предстоит встреча с боссом. Но я могу пока, опять-таки, чтобы показать тем, кто не видел, показать, как здесь выглядит измерение X. Это игра по мотивам Черепах 2012 года, которые во многом многое заимствовали у Черепах 80-х и 90-х. Но при этом немножко по-другому. Вот довольно красиво тут все выглядит. Вот эти вот роботы. Это, кстати... Ой, я только сейчас обратил внимание, что у них на голове кренги. Почему-то раньше мне казалось, что это голова... Как голова, а тут еще крен. О, он покрывает голову, умный. Этих врагов по-нормальному не уничтожить, поэтому я от них просто убегал всегда. Я даже не знаю, можно ли их уничтожить, честно говоря. Ну давайте по приколу. Играю я на эмуляторе. Ксения, эмулятор Xbox 360. Эмулятор не идеален. О, можно их убить. Но это так сложно. Легче от них убегать. Блин, а как это? Короче, это сейчас у меня такая небольшая разминка. Так, а как это преодолевать? Блин, а реально, а как? Двойным прыжком, наверное. Ага, да, точно. Вот, все логично. Ладно, хватит нам разминки, давайте играть. А нас там ждет босс. Нас ждет босс. И сюжет. Арх. Вот этот товарищ, это новый злодей, его не было в черепахах 80-х годов. О, привет, Амкол. Когда здесь крупные планы в этой игре, конечно, да. Видно, что графика не сильно детализирована. Она детализирована в таком масштабе. То есть, когда вот мы вот так видим картинку, то графика детализирована. Но когда мы видим близкие модели, то да. Так, стоп. А что это такое? Это босс? Что-то я вообще такого не помню. Да, это босс. Так, блин, я уберу с экрана чат, потому что он у меня поверх. А, нет, я могу чат. Да, стоп, я могу чат просто переместить. У меня тут беда просто, что свой старый монитор я не могу к своей нынешней видеокарте подключать. Надо заняться покупкой переходника. Я пока этим не занялся. Так, ладно, что-то я его перемяс мочу. Давайте тактику какую-то. Так, можно... Блин, это не работает. Тут можно отражать снаряды. Видимо, я этого босса всегда в перемяс мочил. Да, давайте попай. Зараза. Рекены опять же. О, отлично. Жалко, что в этой игре нет уровня сложности. Мы его, кстати, не убили, он телепортировался. Кстати, с точки зрения сюжета, ну, могу вам еще такую деталь важную довольно. Кстати, исчез интерфейс. Это, я думаю, пак эмулятора. Так вот, такая важная деталь. То, что по сюжету в измерении X, вот в этом мультсериале, время идет медленнее. Вернее, наоборот, быстрее. А, нельзя выйти. Наоборот, быстрее. Короче,
То, что в нашем времени, в нашем измерении прошла минута, в измерении X проходит месяц. Ну или около того, я не помню точно. Вот так работает время. То есть, пока наши черепахи сражались в реальном мире, так сказать, в измерении X успели вот этот нейтралайзер стряпать. Но Донателло в своем репертуаре. О, нас берут заложники. Вот тут текстурка кренгов мне нравится в животах. Но жгу, прикол в том, что эта игра делалась для Nintendo 3DS. То есть версии для Xbox 360 и PS3 это тоже как бы... О, Сплинтер. Ну, неплохо, кстати, сделано. Не, вот эта анимация неплохая. It seems fortunate I decided to go for a walk. That was incredible. I am glad to see you are safe, my son. Hear me, turtles. Oh. I believe you have something that belongs to me. The mutagen weapon. You should know I have recently learned of Karai's treachery. So I would like to propose a trade. Bring the mutagen weapon to the construction site on the east side, and the girl will not be harmed. Miwa will be waiting for you. Надо обратить внимание, какой тут Шреддер в кавычках благородный, что он собственную приемную дочь использует как приманку. Но по сюжету этого мультсериала она на самом деле как раз таки дочь Сплинтера до того, как он стал крысой. I must teach you one final move. One that is sure to prove invaluable against such a powerful opponent. Ну давай, давай. Spending chi, you can perform a special attack while in mid-air. В прыжке. О, это тема, кстати. Это опять-таки как в первых черепахах на NES. Там такой прием делался, когда мы бонус подбирали. Неуязвимость вот эта вот. А здесь она делается по нажатию кнопки. Только она... Так, куда пойти? Куда пойти? Так, как бы мне чат сделать? Как его не делаем, все равно какой-то неудобный. Да, сочувствую. Без света тяжело, конечно, и неприятно. Так, где я нахожусь? Куда мне пойти, чтобы меня игра не затроила? Хрен его знает. Мне бы сохраниться. О, Сплинтер убежал. Привет, Рой. Проблемы? В смысле, у кого? Какие проблемы? На Ютубе трансляции нет. И чё? Ну, типа мне перезапустить или что? Попробовать перезапустить тогда или что мне попробовать? Непонятно. Ну, с точки зрения заливания стрима на YouTube, конечно, да, это проблема в том плане, что придется выкачивать с YouTube и перезаливать на YouTube, и перезаливать вот так. Ну да. Гемор. Так, а я могу любую дверь, кстати, открыть. Так что я зря переживаю. О, доджо. Вот Караи. Караи, которая в 2003-м считалась дочерью Шреддера. И здесь она вроде как тоже сначала дочь Шреддера, но потом выясняется, что все-таки она дочь Сплинтера. Как все сложно. Да блин, зараза. Что-то мало снимает этот супер-пупер прием. Так, вот сюда мне на кой. Что здесь? Здорово.
Так, надо апгрейды все купить. А, у меня особо-то и нечего брать. Ну, давайте дон будет прокачан. Ачивку сейчас дадут. Только не дадут, потому что эмулятор не эмулирует ачивки, я так понимаю. Что, кстати, не очень хорошо. Так, то есть, по сути, мы сейчас можем игру пройти максимально быстро. Это я сейчас, можно сказать, уже удлиняю, потому что, ну, мы можем поискать секреты как раз-таки. Вот, например, сейчас я иду явно не по сюжету. А куда я иду? Это комната спасения, да? Да, блин, так трудно к ней пробраться. Так, Рафаэль, по-моему, он действительно... Блин, я не могу это нормально проверить, но, по-моему, у него действительно дальность атаки меньше. Что, в общем-то, логично, конечно, но... Это плохо. Хотелось бы, чтобы черепахи были более стабильно одинаковые. Ист? Я такой игры не знаю. Нас махивает на первых черепах на NES. И на третьих черепах на Game Boy. И на вообще на любую метроидванию. Это да. Да ё-моё. Хватит урон так получать дико. Самые противные враги. Да ё-моё. Что-то я сливаю дико. Еще и пришельцы. Да что ж тут находится-то? Ради чего это? Ради чего такая охрана? Так. А там что? Ничего. Да блин. Так, это не респаун, это я его не убил. О! Это мы берем. Супер удары? Да, тут дофига супер ударов. Даже слишком много здесь супер ударов. Во-первых, здесь вон сколько предметов у нас есть. Вот сюрикены обычные, взрывные, электрические. Три сюрикена за раз, дымовые шашки. Через дымовые шашки, кстати, работают как телепорт. То есть мы через них, при помощи них можем через лазерные поля преодолевать. Вот пиццы можно съедать, это как Е-танк в Мегамене. Приемы разные, то есть вот энергия Чи, вот это вот зеленые квадратики. То есть вот в воздухе мы можем супер прием делать. Это... Стоя, двойной прыжок есть, дэш в воздухе, тут дофига приемов, они в процессе игры открываются. То есть вот прием, вот это вот я не знаю, что дает. Это дает опыт как бы, да, а что дает опыт, вот это я до сих пор гадаю. Так, блин. О, это надо брать. Это мы берем. Комбо здесь четырех видов. Вот мы наносим 4 удара, 3 удара, а четвертый удар четырех видов. Либо вверх, либо вниз. Либо вот так. Либо вот так. Ой, что-то врага сильно глючит. Прям очень сильно. Что у меня такое чувство, что я никогда сюда не ходил. Я эту игру
как минимум вот третий раз сейчас прохожу, если не четвертый. Но я не помню этой локации. Может, я просто не помню. Ай, тихо, тихо. Есть. Так, мне нужна пицца и больше ничего. Последний момент. Так, пиццы, они увеличивают количество хп. И вот это, по идее, они тоже увеличивают. Да блин, найди, иди нафиг. Да блин, как мне тут? Так. Надо срочно сохраняться. Ой-о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 й. Ладно, вот супер удар. Так. Кто у нас? Микеланджело тоже ранен. Почему? Не должен был попасть. Да, добрый вечер, Раевский. Да ё-моё. Противный враг. Ну да, придется так и делать. Ай. Так, ну все, давайте сохраняться уже. Я слегка тупанул. Блин, какие противные враги. Так, все, медитируем, это лечит всех персонажей. И сохраняется. Так, теперь нам нужен взрывной сюрикен, чтобы красную дверь открыть. Так, а куда нам надо идти? Блин, враги не дают подумать даже, куда нам идти-то? Ладно, я сначала убью, потом буду думать. Так. Почему мы туда не пошли? Сверху это такое... А, это, наверное, чтобы падать. А, я понял. Сюда-сюда. Так, а здесь мы можем выйти сюда. А куда нам надо? А, вот сюда мы можем пойти. Все. Понятно. По крайней мере, мне. Зрители, конечно, мое это не поймут. Так, подождите, сюда нельзя. Странно. А как тогда? Да блин, вас не было тут только что. А, вот так. Да, Рой, игра смотрится весьма пристойно, потому что я использую повышенное разрешение рендеринга. То есть... Ну, на Nintendo 3DS она вообще смотрелась страшно, там совсем маленькое разрешение. А на PlayStation, на PlayStation 3, на Xbox 360 она идет 720p. А здесь это даже больше, чем Full HD на самом деле. Ну, условно будем говорить, что это Full HD, хотя оно немножко больше. Дело в том, что эмулятор Xenia, он не может... в нем нельзя строго задать разрешение рендера. Можно только вот, ну, интегер скейлинг выставлять. То есть, либо один, либо два. А два это больше, чем Full HD. Да-да-да, именно так. И вот на старой видюхе у меня это вызывало проблемы, потому что
Ну, не тянула у меня, короче, старая видюха нормально 2x. То есть, вот это 2К, так называемая. Вернее, не во всех играх. В этой-то тянуло, а вот в каком-нибудь... так, а в чем я проверял? А, в Sonic Unleashed, да. В Sonic Unleashed, например, там нет, не тянуло. Так, а наверх нельзя, да? У меня, мне надо. А нельзя. А надо. А что делать? Если надо, но нельзя. Блин. Да, походу тут... Блин, жалко. Я хотел открыть дверь, которая была закрыта, но мне игра этого не даст. Ладно, идем обратно. Не так, вот так. Ну да. Ну я не привык еще к эмуляции вот этих систем. Какого там, 7-го поколения. Поэтому мне это немножко все в новинку. А сейчас, да, сейчас уже буду увлекаться эмуляцией Xbox 360. Потому что самое интересное это что? То, что можно... По-моему, кстати, пошел туда, куда и хотел изначально, да? Нет, не туда. Ну ладно. Так вот. Что говорил-то? То, что это дает возможности... противные враги дает возможности перепройти игры лучше, чем это было на консолях. То есть вот Sonic Unleashed, например, это значит 60 кадров, а с этой игрой это Full HD разрешение, так что это ценные возможности. Да блин, зараза. О, я туда смогу попасть, черт. Вот, как я говорил, вот тут, чтобы через вот это силовое поле, нам нужны дымовые завесы. Так, погодите, это не то место. Это не то место. А, нет, это, в принципе, то место. Не, нормально. А, надо пиццу взять. Ладно уже. Да, блин. С PS2. Ну да. На PS2 там вообще VGA разрешение. И причем в случае с PS2, ну то есть, как бы, тут эмуль обязателен. Если на Dreamcast там нормальные 480p, сама консоль выдает, то железная PS2 нифига не выдает. Она, в принципе, не выдает четкой картинки. То есть эмулятор это единственный способ с PS2 получить не мыло, скажем так. Хотя, в принципе, этот компонентный сигнал на PS2, он... О, отлично. Он вроде как неплохую картинку дает. Да я сейчас просто вспоминаю, как Чебушонок брал на сходку PlayStation 2. И, в принципе, качество изображения вроде было неплохое. Но все равно... Все равно на Dreamcast картинка чище. Ну, за счет VGA-бокса, естественно, я говорю про такие условия. Они если компонентом с Dreamcast, то там тоже будет мыло. Я имею в виду VGA Box. Просто... Ладно, это я сейчас говорю такие тонкости, о которых только фанат-задрот может знать. Поэтому, ладно, оставим эту тему. Так. Угу. Так, стоп. Блин, тут еще главное, сначала кажется, что вроде можно пройти, а потом приглядываешься, что нет, прохода нет. Это стенка, а не проход. Так, куда мне надо? Надо мне выходить наружу, то есть через низ. То есть вернуться туда, откуда я пришел. Так. А, вот так еще можно, да? Хорошо, вниз. А, это я открыл.
Да ё-моё, там вода под напряжением. Чего его выключить нельзя? Тут же до этого был рычаг, который можно было, ну, дернуть рычаг, открылся проход. А что нельзя дернуть рычаг и выключить электричество? Ладно, это будет слишком просто тогда. Так. Так, еще, погодите, что-то я, по-моему, не туда, куда хотел. Или нет? А, не, нормально. Жалко, конечно, что эта игра на ПК не вышла нормально. Ой-ой-ой-ой. Вот, берем. Так. Самус Мак ДС, да, это мне про игрок, кстати, тоже рассказывал, то, что в каком-то Метроиде, там, ну, типа, самой игрой предусмотрены HD текстуры, но ДС просто не способны их выдавать. Ну, то есть, через эмулятор там картинка выглядит просто вообще божественно, что трудно поверить, что это вообще Nintendo DS. О, так, мне сюда надо, да блин. Надо, тут медитация, сохранимся. Сейчас так в чате все. А, да, это он про Метроид такой-то. Так. Так, сейчас я пытаюсь чат прочитать. Так, там по умолчанию крайне низкое разрешение. Угу. Я не привык, наверное, ставить высокое разрешение в эмуляторах. У, блин, даже меньше, чем на Сеге. Ближайшие выше нормы. Омкол, ну да, это нагрузка. Да, PS2 сдохла. Сочувствую. За 2000. А, из двух одну собирать, понятно. Частая ситуация. У меня так с дримкастами. Тоже у меня их два получилось по итогу. Правда, благодаря тому, что появилась такая вещь, как SD ISO, не, как он, не, GDM, ну, короче, то, чтобы можно было монтировать образы с этой, с карты памяти. Вот, вот когда это устройство появилось, мне удалось свой старый Dreamcast тоже воскресить, потому что там как раз сдох привод. Так что у меня теперь два рабочих Dreamcast. Причем на втором, который более новый, сделан этот... HDD мод, то есть жесткие диски, кстати, так, а что там внизу? Да блин. Посмотрел, называется. Так вот, там можно подключать жесткие диски, но только IDE, потому что... Так, там ничего нет? Блин, тут еще прокачка не дает увидеть, но походу там ничего нет, туда даже нельзя попасть. Вот я так и думал, что здесь мы не умрем, если упадем, потому что в этой игре нет такой механики. То есть тут, ну, нету бездонных ям в этой игре, а что, кстати, плюс. Но есть падение с подставой. То есть когда мы упадем и окажемся хрен знает где и хрен знает как вернуться. Вот это есть. Так. Если зашла о Metroid 3DS, то я хорошо помню, что несмотря на низкие требования к процессору... Да, Рой, вот один в один. Вот у меня, я это могу сказать про эмуляцию вот этого Xbox 360. Я тоже удивился, что ставишь Scale 2X и все. Sonic Unleashed тормоза, никаких 60 FPS и близко нет, там около 40. Да, и меня это тоже удивляет, потому что PlayStation 2, она наоборот была требована процессору. Видюху можно было слабенькую, а вот процессор надо было мощный. А сейчас, да. Экран маленький, я мыло не вижу. То, что хотел нагрузку возрождать на видеочасть в четверо. Ну да. О, я тут не был.
Посмотрим новую локацию. Тут какой новый булшит нас тут ожидает? Кстати, Омкол, ну я не знаю, правда, насколько ты фанат черепах, но в принципе, если у тебя есть желание поиграть в какую-то игру про черепах, которую ты не играл, я вот эту игру могу тебе посоветовать. Тем более, ты любишь метроидвании. Потому что тут прям есть чем заняться, то есть тут есть что поисследовать. О, сплинтер, вы видели? Блин, вот это тут детали, там сплинтер был сзади. Только я поздно его заметил, надо потом на записи пересмотреть. Прикольно. Правда, тут надо еще в идеале шарить в мультсериале 2012 года, потому что тут очень много отсылок к разным сериям. Понятно. Но ты говорил, по крайней мере, что несовских ты проходил, что, кстати, тоже меня немножко удивило. Ну, хотя, в принципе, может, и не удивило. Ты, может, ее прошел, потому что это, как бы, ну, такая хардкорная известная игра, наверное, поэтому. Понятно. Не, у этой игры требования невысокие как раз. Вот со скейлингом 1x она работает очень даже хорошо. Я же говорю, вот эта игра, она даже на моей старой видюхе, а старая у меня видюха как раз уровня 580 AMD. Ну, у меня тоже AMD 390X. Так вот, что я хотел сказать. Вот эта игра, она даже на старой видюхе в скейлинге 2x работала нормально. Sonic Unleashed не работал нормально, а эта игра работала. Так, по-моему, у меня все здоровые. Да. Понятно. Ну, битэмапы, да. Отчасти жанр своеобразный, конечно. Да ё-моё. Кстати, я за всю игру, вот вы видите, вот это моя фишка. Ну, какие-то механики мне нравятся в игре, какие-то нет. Вот так как в новых черепахах я так и не то, что не научился, а просто вот не принимаю вот эту вот механику перекатов, вот в новых черепашках ниндзя, вот этот Revenge of the Shredder, да, то, что там вот эта механика перекатов. Вот я ее прям вообще, кстати, у Брикмана, что забавно, то же самое. Так в этой игре есть механика парирования, отражать вражеские там пули, вражеские атаки. И я тоже этой механикой не пользуюсь. Но вот она мне просто не подходит. Хотя она есть. Вот, видите, вот это я сейчас парировал. Только что мне это дало? Ну, то есть, как бы, не знаю. Не для меня эта механика. Можно научиться ею пользоваться, но мне без нее хорошо. Так, вниз, что там? Да блин, пришельцев этих что-то много. О, апгрейд. Чем же здесь прокачка все-таки нужна? Неужели она... Кстати, мы все открыли. Неужели она вот чисто для вот этих вот штук? Получается, ну давайте Лео, кстати, докачаем. Вот, 4 апгрейда осталось. Ну, и то мы один из них можем получить. Давайте прокачаем. 3 осталось. Жалко, что ачивки этот эмулятор не показывает. Блин, вот сейчас так приятно
приятно тут управление работает. Вот сейчас, по крайней мере. Когда все апгрейды открыл. Это не всегда. О, еще один апгрейд. Апгрейд на максимальное количество сюрикенов. Нахрена их столько? Это походу сделали просто... Ну, то есть разрабам надо было что-то спрятать, так сказать. Они не знали, что придумать, и придумали вот это вот... Да, блин. Да ё-моё, нифига ты меня покоцал. Самые сложные враги, вот эти красные футы с пилами. Так. Прочитаю чат. Так. 2600. Прокатит скейл. Забавно. Думал, я мало так и фига пошел. 3 на NES, Sega и SNES. Все. С ачивками в RPC-3. А, ты имеешь в виду эмуль PS3, да? Кстати, у PlayStation 3 на самом деле как раз есть проблемы с ачивками, причем не у эмулятора, а у самой консоли. Дело в том, что вот эти так называемые трофеи, они появились на PlayStation 3 довольно поздно. По-моему, там спустя год после выпуска консоли. То есть, ну типа 2008 только году или что-то типа того, или к середине 2007. Так, а чё я такой покоцанный? И для некоторых игр, причем, о, для некоторых игр даже выходили обновления, добавляющие трофеи. Их надо было еще отдельно скачивать. И я даже помню, это отразилось, вот когда доктор Венкман, он как раз и стримил с железной PS3, ну еще в далеких там годах. У него такое было, что он хотел запустить игру, поиграть, а ему так, опа, надо обновить эти трофеи, короче, скачать. И вот пока они там все не скачались, не обновились, играть было нельзя. Так. Нет, не туда. Так что... О, это мы отсюда пришли, да? Угу, понятно. Это мы сейчас к началу игры вернулись. Цены на ПК железо, какое время продержится, понятно. Да, это было бы хорошо. А, я уже полный. Да, Микеланджело Микеланджело двинутый, мы знаем. Прикол в том, что он действительно, это ж так переводится. Michelangelo is on the move. То есть Микеланджело двинутый. Так, это мы в черепашье логово попали. Аркадный автомат, на котором нельзя поиграть. К слову, это упущение. Могли какую-то мини-игру сделать. Телек у них какой-то старый для 2012 года. Так. Чего я хотел-то? Красную дверь проверить. Ой, опять эти враги, блин, это сложная локация уже. Только что мы были на простой локации, а сейчас она сложная. Правда, я в сухую прошел. Так. Так, и нафига мы сюда? О, еще и это. Так, на вас мне пофигу. Может зря, потому что мне потом возвращаться. Апгрейд, который мне нафиг не нужен. Класс. Ладно, мы быстренько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ё-моё. Красота. Блин, я прям смотрю, сам наслаждаюсь, как у меня четко все выходит, как я эту игру прям, можно сказать, задрочил.
Ну и выглядит она, конечно, красиво. Так, вот туда мы еще не ходили. Тут что-то тоже есть. Да вы чё? Да вы чё? Опять? Да чё так жестоко? Блин, тут была ловушка. Надо было сразу не тупить, не тупить, так сказать. Да куда ты? Что ты делаешь? Почему он сам это делает, сам падает вниз? 290 вполне бодрячком. Да, у меня, я же говорю, была такая же видюха, как у вас, только 390. Она не сильно отличалась. Она там памяти, правда, побольше. У меня там 8 гигабайт было. Поэтому смешно, что великая и могучая 3080 имеет... Фух. Имеет памяти почти столько же. О, отлично. Так, мы все апгрейды на здоровье взяли же, да? Да. А как это узнать? Вот еще прокат. Level ups, блин, какой невнимательный. А что это дает-то? Зачем эти level up? Я до сих пор не знаю, зачем они. Ну вот мы не прокачали. Level up это просто вот эти приемы, походу. Ну да. Ну понятно. 85.5% игры. Мы почти все нашли. Вот этот прием мы не использовали. Надо попробовать хоть посмотреть, что это. Медитируем, сохраняемся и пошли на последнего босса. Не, мы пойдем сначала в город. Все мы в канализации открыли. Да, мы полностью все зачистили, ни одной закрытой двери не осталось. Я даже не планировал делать стрим на 100% прохождение, но вот как-то оно у меня само получается. Вот тут какая-то фигня, почему-то я сюда не ходил, видимо там ничего важного. Проц. Ну, спроц надо менять, конечно. Сейчас разные довольно дешевые. Поэтому... У меня Ryzen 3700X. Сейчас такое можно купить, по-моему, даже дешевле, чем... Я покупал за 22 тысячи. Это я довольно удачно взял, потому что она там колебалась 23-24. Потом он долгое время стоил 27-29. Причем это я говорю еще до февраля. Вроде как сейчас он опять что-то в районе 22. Он, конечно, устарел, и лучше взять 5000-ю серию. Но это просто так. Для этого. Для сравнения. Так, куда мне надо? Вот какая-то красная, вот две красных двери. Так. Как туда попасть? Вот так. Что-то мне... вон конец игры. Ну, да, я могу прямо сейчас пойти в конец игры. Нам всего-то тут подняться. Раз-раз, там... Сохранение. Ну да, да, без проблем. Интересно. А что, если нам сюда попасть? Ну, наверное, просто ничего не будет. Наверное, заставки просто не будет, да. Но мы, по идее, можем на финальную локацию пробраться раньше, чем похитят Карай. Но это ничего не даст, скорее всего. Так, как мне попасть в левую от меня комнату? Вот я пока не очень... Так. Ага, вот так. А, все, понял. Ну, давайте. Давайте посмотрим секреты. Пока вроде меня... О, давай, чувак. Это наш друг. Он нас должен накормить аналогом пиццы. Давай, чувак, корми. Че он перестал это делать? Он же раньше это делал.
Понятно. Сочувствую вам, Кол. Бывает такое, что работа. И ты имеешь в виду, что типа, чтобы больше, ну, более высокооплачиваемую. Вот, кстати, это его еда. О, мы можем сюда еще сходить. Давайте сходим. Да, в этих метро... О, баг какой-то. В этих... Это, если что, баги эмулятора, а не игры. Потому что вдруг сейчас люди подумают, о, игра багнутая. Нет, игра не багнутая, багнутый эмулятор. Я эту игру до этого проходил несколько раз на реальном железе. И точно знаю, как она должна выглядеть. А, вот вам и парирование. Да ё-моё. Если на мне раз... А, ну правильно, Кол, конечно. Две пиццы по цене одного врага. Так, вот тут что? Тут, наверное, какая-нибудь тюрьма. Хотя это было бы странно. А, апгрейд. Самое обидное, что даже если мы все найдем, мы не получим ачивки, потому что эмулятор их не поддерживает. Походу тут сотка максимум сюрикенов. Так, ну это мы взяли, да? Куда нам еще пойти? Вот тут, кстати, что это там? Сейчас проверим. Первый год здесь. Что тут наверху? Почему? О, еще апгрейд. Бесполезные апгрейды. Но почему бы их не взять? Не в смысле бесполезные, но в смысле, что они... Ну да, они не нужны. Они не нужны. Они помогают, но они не нужны просто. Я догадываюсь, почему мне не выйдет пройти игру на 100%. Потому что тут измерение X я недостаточно тщательно изучал. Там прям жестко. Так. Блин, мне такой крюк надо делать. А, это другая локация просто. Так. Полная пицца. Только она уже не полная, забавно. Забавно, что тут есть лимит.
То есть большая пицца, она восстанавливает не автоматически все здоровье, она восстанавливает фиксированное количество здоровья, которое просто до того, как мы взяли все апгрейды на здоровье, она максимальная. Ладно, все, короче, запутанно говорю. Ага, вот эта штука. Так, на кой хрен мне сюда? На кой хрен? Так, интересно. По этой штуке мы никак не можем лазить. А чё там? Не видно даже. Стекло, что ли? А как туда попасть? Или нет? Нет. Не знаю. Не знаю. Так. И чё? Какой-то непонятный секрет, который я, походу, и раньше не брал, и сейчас не взял. Так, сюда мне зачем? Я сокращу путь. Да, сокращу. Ладно, давайте. Да, блин. Погодите, по-моему, это меня никуда не приведет. Или приведет. Так, и чего? Тут нет апгрейда, я, наверное, его взял. Наверное, был. Да всплыл. Я тут был, да, точно. Я даже помню. Так, стопэ. А может, не был? Может, я тут не был, а думаю, что был. Блин, нет, я тут был, и я тут был. Так, стоп, а здесь что? Ух ты, нифига себе механики. Вот это я не помню. Вот этот секрет, походу, я действительно никогда не находил. Только насколько это багнуто выглядит. Ё-моё, это какой-то супер секрет. А что это? Комикс? Офигеть. Фух. Что это? Да, что это дает? Опыт? А давайте Рафаэля вкачаем. I can't wait to try out my new moves. Хм.
Что это дает, я не понимаю. Ну, мы открыли супер секрет, который я, походу, никогда в жизни не открывал. А на кой? Что это дает-то? Просто по приколу. Может на ачивку, наверное. Да, наверное, ачивку за это дают. Это самое логичное, что я могу представить. Короче, да, ребят, у нас все-таки получается 100% прохождение. Хотя цели такой не было. Ну, пора бы уже. Сколько раз я эту игру проходил, но ни разу не проходил на 100%. Так. Опа, нате вам задницы удар. Так. Где я? Чё это? Не та комната. Тут я был. Опа, как я. О. Забавно, есть предел дальности у их. Да блин, все-таки подстрелили меня. Так. Олимпик чего-то там. Так. Да, вот в этой игре реально чувствуешь себя ниндзя. Так вот быстренько, раз-раз. Стараешься избегать врагов. Забавные надписи на фоне. Да, я же говорю, тут вообще игра очень классная в этом плане сделана. То есть тут внимание к деталям для 2D игры, тем более, которая, ну, как бы в 3D сделана, но все-таки она 2D. Поражает, короче, это все. Так. Это, наверное, другая локация. А, ну вот, я могу пойти сюда. Могу тут, ну вот, да, куда я хотел, собственно, изначально пойти. Хорошо. О, еще одна пицца, у меня все полные. Вот это, кстати, недостаток, то, что здесь нельзя здоровье черепах посмотреть, пока ты ее не выберешь. Это немножко достает. Могли бы нарисовать шкалу. О. А тут отдельная музыка. Музыка конца игры, кстати. Это... Проверить кое-что хочу. Да, это оно. Все, отстаньте. Так. Угу. О, это тут босс был. А, ну, кстати, подождите, давайте рассмотрим, что там нарисовано. Просто... Тоже как... А, подождите, это изображение. Это по-моему, это ж какая... Как... Вот это... Плакат вот этот, я имею в виду. Там самурай какой-то на красном фоне. Это как... логотип какой-то игровой студии. Я не помню их название, но знакомое что-то. То есть тут какая-то отсылка. Это они эту игру что ли делали? По-моему, нет. Забавно, даже тема медитации есть под эту, под финальную тему. Так.
Короче, да, я жгу, мы в любой момент можем пойти на финального босса. Просто я хочу максимально, максимально много всего собрать. Что вдруг, вдруг реально без шуток туда получится все собрать. Это же будет круто, тем более на стриме это сделать. Я чувствую, что меня измерение X обломает. О-о-о! Секретный портал в измерение X. Какой он мне? Чтобы исследовать измерение X еще? Мне ж было мало. Блин, вот это... А, ну тут вроде как ничего, да? А все ли я тут видел? Тут трудно дать ответ однозначный на этот вопрос. Все ли я тут видел или не все я тут видел? Ладно, попробуем. Будет телепорт, нет? Блин, и дверь сразу за мной закрыли, заразы. Угу. Еще здесь, да? Так, пиццу мы возьмем. О, ну-ка. Режим стелса. Да, действительно, нас враги перестают видеть. И можно так сидеть долго, я так понимаю. Только эта механика нахрен не нужна, тем более она энергию чи, так называемую, расходует. Дорогой прием. Тем более потом мы все равно начнем двигаться и нас спалят. О, обычная музыка не финального уровня. О, вот это мы в начале игры еще видели эту фигню. Ох ты, какой баг. О, неплохо. Так, а сколько раз мы ее можем прокачивать? Чего мы вообще... Как вообще понять, на 100% мы прошли или нет? Короче, все, я считаю, что мы на 100% прошли. Идем к финальному боссу. Вот, Микеланджело еще качнем. Когда ачивки не работают, то тут вообще непонятно. Так, а куда нам надо? Туда нам не надо. Где-то что-то мы еще можем найти, но где и что, непонятно. По-моему, кстати, финальный босс только энергией чи бьется. Так, куда я? Куда мне надо-то? Поэтому это хорошо, что я ее набрал. Так что все-таки не пройду я эту игру на 100%. Потому что тут надо прям вообще каждый дюйм исследовать. И не сильно-то это нужно.
Так, на кой черт я сюда иду? Это ж дорога на секрет, который я уже брал. Ух ты, а чё там? Тихо, тихо, тихо! Отстань от меня! Противные враги! Так, энергию чи мне нельзя тратить. У меня финальный босс. Так, еще один апгрейд на энергию чи как раз. Отлично. Отлично. Так, ну что, челлендж взять пиццу. Теоретически можно за счет двойного прыжка ее взять, не получив урона, но это очень трудно. Так. Ну вроде все. Вот это что за. Блин, тут непонятно. А, не, это. Да, это все понятно. Нет, понятно, понятно. Все, что можно, я собрал. Так, ну что, решающий момент. Почти что финальный босс. Ну, давайте дойдем до него, и я на секунду сделаю перерыв. Как я и говорил, финальный босс будет на стройке. Это уже какое-то прям клише. Ух ты, что это? Погодите, что это? Что я сделал? Как я это сделал? Мне показалось, что я. Ладно, все, забей. Вот как надо. По три сюрикена надо бросать. Тогда они тратятся будут быстрее. Ой-ой-ой-ой-ой. Это знаете, что мне напоминает? Последний уровень в Mega Man X8. Вот там похоже. Только там мы еще и умираем с одной тычки. Потому что это Mega Man и шипы, сами понимаете. Так, а здесь что? Последний супер секрет. Чего? Чего? Что-то я ничего не понял. В чем смысл? Просто круг сделал. О, баги на финальной заставке. And the weapon? Let me know if you need suggestions on where to put it. Such spirit. I expected no less. That passion is what makes you perfect test subjects for the weapon. It will be some time before Opa. It reaches full power. But even in this limited state, it's more than enough to destroy a few turtles. None will dare defy me once I hold the city in my grasp. Least of all, your pathetic sensei. Stop this, father! Silence! You cannot help them this time. I will counter any attack these Sato can muster.
No use delaying fate any longer. Не спорьте. Ух, ё. Блин, да что такое? Что за баги? Блин, и что делать? Блин, ну это фигня, конечно. А я сделать ничего не могу, да? Потому что надо уйти с этой локации. Блин. Да. Все-таки советовать проходить эту игру на эмуляторе так себе идея. Блин, ну ладно, надо, короче, перезагрузить, уже это очевидно. О, как раз эмулятор вылетел. Блин, реально этот эмулятор каждые полтора часа, по крайней мере, в этой игре вылетает. Ой, жалко, жалко, что все это так несовершенно. Ой, какая громкая заставка. Way forward, engine black. Ладно, как раз сейчас я отойду на минутку и пойдем на финального босса. Да, привет, Дисквейр. Так, я вернулся. А жалко то, что если реквестить эту игру условному Брикману вместе с эмулятором, то у него такие проблемы тоже могут возникнуть. И у него, так как у него тем более First Run будет, у него терпение может быть меньше, чем у меня. И он не скажет так, как я, типа, ну там баг эмулятора, ну перезапустим там. Он скажет, что это за говно? Эмулятор говно! Алекс, чё ты мне зареквестил? В это играть невозможно! И такого... В таком духе. Поэтому меня и расстраивает то, что такие баги в этом эмуляторе с этой игрой возникают. Я не знаю, как она работает на эмуляторе PlayStation 3. Может лучше, может хуже. О, она быстро проходится. Так, понятно. Пропустить заставку нельзя, кстати. Но сейчас багов нет. Ну, отлично. Что нет. А, можно пропустить? А как я это сделал?
Не знаю как, но как-то можно пропустить. Одна кнопка, причем ничего не делает. Только когда я несколько кнопок как-то сразу нажимаю, она пропускает. Так, silence, тебе сказали. Короче, у Шреддера какие... В руках шприцы. Честно говоря, я не помню, в чем прикол. Как видите, здоровья у него нет. Да блин. То есть он неуязвимый, пока что. Когда он уязвимый? Да блин, выбери. Чё-то я этого... Как? Когда он уязвим, а когда не уязвим? Я не могу понять. А, он меня проклял, кстати. Это у него такая атака. Он... Я не могу наносить... Блин. Что-то какой-то босс, блин. А, это у меня тоже проклял. У меня управление теперь перепутанное. Так, ну как тебе урон-то наносить? Я не могу понять. О, сейчас можно наносить урон, только... Почему? Просто надо переждать все его атаки. Так, я не понял. Мне надо просто переждать все его атаки. Ладно, давайте попытаемся уворачиваться. Да блин, еще эти враги. Пробуй тут выживи. Ух, ё, от этого как уворачиваться. Да блин, замедляющий луч. Правда, на дэш он не распространяется. О, вот это реверсивные штуки. Да блин. Ладно, давайте уже просрём до конца. Не, ну так мы делать не будем. Спасать всех черепах. Мы просто загрузимся. Давайте попробуем за Микеланджело, кстати. Может, диалог другой будет. По идее, они разные. А, кстати. Тут же можно, да? Можно. Только не нужно, но можно. Так, короче. Мне нравится, как он ходит. At last you've come. Yoshi's Ninja Turtle. We brought it. Now release your daughter, dude. So that passion is what it will be some time, but even in this limited state, none will dare to fight. Stop this. Silence. I will counter. No use delay. Так, короче, от босса просто уворачиваемся. Ну да, надо просто дождаться. Блин, почему это так часто делают?
Такая же фигня в последней игре про черепах. Блин, а тут уже жесть начинается. Блин. Я вообще атаковать не могу. Вот это самая жесть. Как от этого уворачиваться? Еще и замедляющий луч. Но я могу... Зато я могу атаковать. Когда тебя бить-то? Блин, я этого не понимаю. Когда он смеется, что ли? Так, это инверсия. Да блин! Какой-то дикий босс. О! Ну надо было... Блин! Ну это ж не от меня зависит! Ладно, хорошо. Понятно. Бить его, когда у него неполадки. Но только это должно совпасть по времени с тем, когда эта хренота сверху. А она не всегда в нужный момент, в нужном месте. Так, когда нету дополнительных футов... В принципе, проблем нету. Да блин! Зараза! Так, давай, давай! Да блин, еще вот эта хренота! Так, давай. Ломайся, Шреддер. Да блин, у меня сейчас... Ломайся, ломайся. Так, а чё он не ломается? О. Отлично, вы меня запихнули, конечно, но нет, спасибо. Да, финальный босс неоднозначный. Он вроде как иногда от него легко уворачивается, а иногда ты в какое-то попадаешь в смертельное комбо. То есть тебя прям из одной атаки в другую. Еще начинают вот эти его проклятия. То есть вы поняли, в чем прикол, да? Вот эти его разных цветов лазеры, они каждый имеют... О, это прокачка. Нет? Нет. Они каждая имеет свой... особый проклинающий эффект. Вот эти вот синенькие, которым он кидает сверху. А, надо было такого другого взять. Да блин. Да блин, че? Так, когда он смеется только, да? Замедлил. Да, когда он смеется, блин. О! Да-да-да-да-да! Есть! Отлично, повезло. Ух, ни хрена себе. И сколько раз его надо ударить, интересно. Блин. О, желтое самое худшее. Желтое проклятие не дает мне атаковать.
Блин, опять я в это комбо. А от этого как уворачиваться? Так, надо съедать пиццу. Да блин, инверсия сейчас будет. Да ё-моё! Пусто. Замечательно. Ну солью так солью, чё ж делать. Солью так солью. Так, двинутый Микеланджело. Как с тобой, блин, биться? Я... Что это он со мной сделал? Так, он смеялся, кстати, он смеялся. Да блин, а как от этого... Он смеется! Да зараза! Не до смеха сейчас тебе будет. Ладно, это попытка слита, это уже очевидно. Это попытка слита. Так, за Рафа тоже, за Дона мы еще не подходили. Да блин, баги какие. Давайте за Раф проверим. Опять баги. Suggestions on where to put it. That passion is what it will be some time, but even in this limited none will dare. Stop this. Silence. I will counter. No use still. I'm taking you down. Блин. Так не смейся, зараза. Но там к тому же эмулятор опять выкобенивается. Давайте перезапустим, пока не стало хуже. Блин, это нельзя пропустить. А не, можно. Так, за Дона. Да блин, ну какого черта? Почему? Почему баги графические возникают? Чего это зависит? Я перезапустил эмулятор. Их не было. Unstable. You can't risk using it like this. Mm-hmm. Such that passion is what makes you. It will be some time before it reaches. But even in this limit, none. Stop this. Silent. I will. Одна фраза только. Back off, Shredder. Как от этого уворачиваться? Да блин.
Это уже хреновая попытка. Отлично. Да блин. Блин. Плохой момент. Тут если повезет, то есть если опять-таки какой-нибудь условный Брикман будет эту игру ферстранить, ему может повезти, и он завалит этого босса как нефиг делать. Отлично. Да блин, да... И чё? Блин. Чё, у него просто конечное здоровье. Ладно, давайте попробуем всех оставить живых. Зараза. Зачем они так... Почему так любят Шреддера делать неуязвимым? В чем веселье? Дак. Погодите, Дакитсу, чего? Ну, наверное. Блин, вот это самая худшая атака. Когда он зовет. Да, вот мне намекает. Да блин, еще инверсия. Блин, он посмеялся. Да блин, Донни Тайм тоже. Так, и чего? Дин-джитсу это. Он не всегда работает. Ну, давай, да смейся. Так а я чё, разве не делаю? Блин. Да блин, ещё, ну... Надо в прыжке, что ли? Так, это последний, да? Да! Поиграю все-таки в Fist. Да, я не такой любитель Metroidvania, на самом деле. Короче, да, босс, конечно, такой не самый приятный. Ну не самое приятное, потому что тут такой булшит, что босса можно бить только в определенный момент. Какого хрена? Это нелогично просто. Абсолютно такой же Шреддер. Просто вот когда он смеется,
его можно бить. Или когда у него там выходит якобы из строя, это, ну не знаю, ну типа он отвлекается, но все равно это как-то тупо, это притянуто за уши. Да блин, вот тут момент атаки, он вообще милипиздрический. Да блин, ну ладно, лучше сразу, наверное, переиграть, потому что это попытка запора-то. Я в эту игру играю не потому, что я люблю Metroidvania, а потому что я люблю черепах. Metroidvania я как раз не особо люблю. Блин, все-таки тайминг неправильный. Блин, а сейчас он долго. Да посмейся ты, чувак. Ну смешно же. Смешная ситуация, ну. Ну. Сразу веселее. Это, кстати, нечестно, то, что эти синие штуки продолжают падать, даже когда Шреддер уже следующую атаку делает. Да блин! Чертов реверс. И еще замедление. А, есть! Отлично. Я почти что слил Леонардо. Ой-ё, какие баги. Блин. А, не, я все правильно. Да блин! Опять реверс. И он опять посмеялся, и я это упустил. Убили Майка. Да блин, Шреддер смеется! Я ничего сделать не могу. Так, может мне... Так... Ну хотя бы так. Сколько у меня? Один. Так тебе. Так и танджитсу. Это что такое? Dash, Ninja Vanish, Bomb Shuriken, Counter Attack, Air Special. Ну хрен его знает. Хрен его знает. Да ё-моё! Ага, можно... Понятно, надо это учесть, только мне это не помогло! Никак. Я даже забыл об этом.
Наконец-то. Да я юзаю дайкин даджитсу. Это в прыжке, что ли, атака? Ладно, я попытаюсь в прыжке сделать. Да блин, сделал не в прыжке. Ладно. Да что ж такое? Чё ж я застрял на этом боссе? Помню, что он не самый приятный, но что-то я на нем все равно задержался. С разными таймингами он эту атаку делал. Сейчас быстро. До этого медленно было. Это, конечно. Вот опять-таки он начинает смеяться, а эти штуки еще падают. Блин, он футов призвал. Это самое худшее, что он мог сделать. Не повезло. А вот сейчас повезло. Да блин. Да, нормально. Так, надо лечиться. Так, как лечиться? Вот так. Тихо, тихо, тихо. Да блин. Мало того, что пропустил момент, так еще инверсию получил. Так ж хватит это делать. Да ё-моё, да бей. Да пропустил момент, потерял Леонардо. Да что такое? Еще и футов опять вызвал. Не, какой-то этот босс не очень честные. Да я делаю ниндзюцу всякие, никакого толку. I'm doing. Блин, тут понимаете, в чем проблема? Черт. Полно тут проблем на самом деле. Просто проблем как ворох и маленькая тележка. Так, сейчас мне надо на секунду. Да, короче, босс неприятный. Да блин, нет, тихо, смей, да я не успеваю, блин, тут, да... Не, босс какой-то реально нечестный, то есть... Футы могут быть, могут не быть, вот эта его атака, когда он убегает с экрана, она с разным таймингом может быть. Вот эта вот атака продолжается, даже когда он уже переходит на следующую фазу. Так, чем его бить? Прыжок. Да блин, это... Что за хрень это дайджитсу, блин? Это вообще на него не работает атака. Зря я ее сделал. Послушал эту караи, блин. Про этот супер дайджитсу.
Ну, вроде, вот обычная атака, я его побил. Опять эта хрень. Так, надо бросать. Нет, по три сюрикена просто будет бросать. Блин, сколько у меня... Блин, и ничего нет. Блин. Да что такое? Ты уже не дед. Ты уже... Да... Вот зараза, ну как он читерит, конечно. Как же он читерит, зараза. Really каждая эта атака, она с каким-то... С долей читерства. Вот это вот синенькие эти штуки, которые сверху падают. Ну я уже говорил, он их продолжает делать даже тогда, когда вроде как закончил уже атаку. Ой. С футами он может просто спамить. А может не спамить. Тут слишком много на удачи в этом боссе завязано. То, что он может засмеяться, будучи на другом конце экрана, а в другие моменты его нельзя атаковать. Блин. Ладно, будь что будет. Может мы сейчас вот так и пройдем как раз. Вот с этими жуткими багами Шреддера без головы, может мы сейчас и преодолеем. Хотя... Наверное, все же нет. Нет, это жесть. Это даже смотреть вредно. Как игра, так я уже говорил, игра отличная. Но конкретно этот босс, он сложный и нечестный. Вы думаете, что эту игру стримил? Стримлю-то вообще, потому что она одна из лучших игр по черепахам. Из современных уж точно. Если сравнивать с канамевской классикой, то, конечно, можно поспорить. Но из современных однозначно. Но босс нечестный, да. Вот сейчас он быстро это сделал. Вот это тоже... И это нечестно. Да блин. Пропустил момент. Я вообще не люблю вот эта мода делать Шреддера неуязвимым. В последней игре по черепахам это тоже есть, если что. Так тебе. Да блин. Поймал инверсию. Версии, конечно. Да ё-моё, желтые самое худшее. Желтое. Ладно, давайте восстановим здоровье, но это вряд ли что-то изменит. Оп. Дайте мне атаковать. Есть, мне дали атаковать, но только. Да, давай, давай наверх. Отлично. Да блин. Да блин, так быстро здоровье выносит. Да ё-моё. Не, это попытка. Все, запорота, это попытка. Хорошо, Карай, я не сдамся, но мне кажется, это попытка запорота. Да ё-моё, на секунду! Да ё-моё! Ой, блин.
это вот так плавится мозг, то есть инверсия, то нет инверсии, то у тебя атака пропадает, то его можно бить, то его нельзя бить. Очень достающий босс на самом деле. Доставучий. О, первый раз с полным ХП мы до него дошли, может не первый. Ну, по крайней мере, это не часто. Да, не спорьте с судьбой, присоединяйтесь. Вот сейчас он долго делает. Ну что за троллинг? Чего он? Да ё-моё! Ну давай, да... Как не кстати, как он не кстати эту применил атаку, именно жёлтую. Жёлтая атака, она парализует. Да блин, сейчас я замедлюсь. Ладно, не страшно. Вот эти футовые солдаты, они так мешают. Нет, что-то мне этот босс не нравится. Блин, вот сейчас он посмеялся не в том месте, ну. Что за тролльский босс? Какие классные баги. Тут столько на удачи завязано. Будет он спамить футами или не будет? Засмеется он тогда, когда над ним эта штука, или он в другой момент засмеется? Все это зависит. От всего это зависит успешность прохождения. Right here. That will be spot. О, быстрый. Ну, а вижу, про что ты подошел, но не могу пока прочитать то, что ты написал. Босс, говорю, читерский. Причем по целому ряду аспектов. Очень зависит от удачи. То есть вот сейчас мне повезло, вот в эту попытку. А может не повезти. О, вот сейчас мне повезло. Обе фазы я прошел вообще почти что сразу. Но этого может и не случиться. Он сейчас может начать спамить своими футботами. И ты ничего с этим не сделаешь. О, вот это надо было сделать. Просто вниз нажать. Еба. Почему игра дезинформирует меня? Он же мигал. Я думал, ему наносится урон. А надо было вниз нажать. Вот это булшит. Вот это булшит. Просто вниз нажать. Да. Ну тут отсылка к старым черепахам. Hamato Yoshi, Splinter, is your true father. Да, да. Кстати, красивые тут заставки. Больше полигонов, чем в основной игре. Да, Рой, ты пришел. Когда я отбомбился,
обругал уже игру, я взял и прошел. Ну я же говорю, это рандомный босс, блин. Вот то, как я его прошел, лишний раз показало. На этом боссе можно долго страдать, а можно его за минуту победить. Реально, ну может чуть больше, но за полторы минуты я его победил. Ладно, игра все равно хорошая, но последний босс булшитный, конечно. Столько от удачи зависит. Еще раз, вот для тех, кто пропустил, я повторяю, почему этот босс булшитный. Я даже показать могу. Тут, по-моему, нету сохранения после того, как прошел игру. То есть у босса есть, ну, разные атаки. Атака, когда он первая атака, которая зависит от рандома, когда он убегает как бы с экрана и потом наносит резко удар. Он это может сделать с разными таймингами. Он может это сделать почти что сразу, а может секунды через три. И хрен знает, как от этого увернуться. То есть вот ты подпрыгнешь, думаешь, он сразу ударит, а он ударит позже. И это первая его атака с рандома. Второе, это то, когда он будет уязвим. Как я уже говорил, меня бесит то, что в последних играх о черепахах Шреддера делают неуязвимым. Мы это видели в самой последней игре Revenge of the Shredder. И здесь то же самое. Здесь Шреддер уязвим только в короткие моменты времени. Здесь он уязвим только тогда, когда смеется, либо когда у него неполадки с его этими хренями. И смеется он буквально на секунду. И если ты находишься в другом конце экрана, ты не успеешь никак допрыгнуть до него и нанести ему урон. Ну и третья его булшитность и несправедливость — это то, что он может вызывать себе в помощь двух футботов. Довольно мощных, кстати. Самых мощных. Красных. И он может тоже спамить этой атакой. Он может постоянно их вызывать. А может не вызывать ни разу. То есть вот эти три момента, они зависят от удачи. Ну а сам, ну и плюс к этому у него есть еще вот эти вот просто подлые атаки. То, что атака, которая... Ну, во-первых, да, я уже говорил, это атака, которая падает сверху. То, что она продолжает падать, даже когда босс уже переходит к следующей атаке. То есть он уже начинает следующую атаку или там смеется, например. А эти штуки еще падают сверху. Ну и вот эта его атака желтая, когда атака, после поражения которой ты не можешь наносить урон. То есть просто кнопка удара у тебя блокируется. Короче, сейчас я вам покажу еще раз, для тех, кто опоздал. Сейчас после титров я вам покажу еще раз финального босса. Чен-1. Ну, Чен-1, там у него просто какая-то слабость есть. Там можно его заспамить этой суператакой. Если ею не пользоваться, попробуйте его там победите. Вообще боссы в этой игре довольно кривые. Всех можно переспамить. Кроме этого. Этот сам тебя переспамит. А этот босс требует всего 3 удара. Но опять-таки последний удар... Никакой нету подсказки. Это Карай кричит: Use джиу-джитсу какой. Ну, она не так, но что-то похожее. И, блин, как понять, что это именно удар вниз? Я, наоборот, его пытался вверх подбросить. Ой, хотя до этого можно догадаться, да? Можно, знаете почему? Потому что первая фаза, его надо как раз-таки бить в сторону. Вторая фаза, его надо бить вверх подкинуть. И поэтому можно догадаться, что на третьей фазе нужно бить вниз. В принципе. Так, ладно. Заканчивайтесь титры. Короче, надо я Брикману эту игру зареквестить. Жалко, конечно, что этот эмулятор... А, это что такое? За кого я сколько играл? Ну, кстати, довольно поровну. Возможно, тут есть какая-то тру-концовка, если на 100% пройти. Так, а это что? Да, Return to the Title. И ачивку, которую нам не выдал эмулятор. Так, как видите, сохранения нет после прохождения игры.
Для тех, кто пропустил. Так, а почему? Для тех, кто пропустил, еще раз показываю финального босса. Финальный, the final bullshit. Все видят? А то сейчас выяснится, что все из чата ушли. Именно в этот момент. Раевский, про. Вы это смотрите, видите? Специально ради вас. Вот, вот, видишь? Вот сейчас он долго делает эту атаку. Он неуязвим, кстати. Только в определенные моменты он уязвим. Когда смеется. Вот, вот это вот булшитная атака, потому что эти... Она, во-первых, реверсит. Вот, кстати, обратите внимание, он сейчас начал смеяться, а эти хрени продолжают падать. И я под эту атаку попал, и у меня реверсировано управление. Вот пока он смеется, я должен сейчас быстро начать его бить и бить в стену с инвестированным управлением. А я не так! Оно не... Блин! Оно оно не инверсировано во время комбо. То есть, лево и право у меня в инверсии, но именно во время комбо инверсии нет. Но я этого не знал. Вот мне уже не повезло. Так, инверсия внезапно прошла. Блин. Вот это вот тоже булшит, это замедляющий луч. Быстро, быстро! Есть, я успел. Вот, первая фаза. Футботов вызвал. Сейчас он будет ими спамить. Так, надо срочно пиццу съедать. О, вот сейчас мне очень повезло. Мне сейчас очень повезло. У него произошли вот эти неполадки. То есть он открылся для нанесения урона именно тогда, когда вот эта вверх штука электрическая над ним. А это далеко не всегда. Она может быть и не над ним, она может быть в другой конце экрана. А тебе нужно сопоставить именно, чтобы она была над ним. Иначе удар не пройдет. Вот, второй удар мы ему нанесли. И тут надо догадаться, то, что для третьего удара надо просто нажать вниз. А я думал, надо его бить. Я этого не знал. Вот сейчас, вот просто вниз. И все, и мы выиграли. Это элементарно делается. Ой, ладно, все, короче. Дважды мы прошли игру. Короче, босс на самом деле лох. Но надо знать. Ну, во-первых, надо, чтобы тебе везло. Потому что, я же говорю, если не везет, то... И во-вторых, это прямо, знаете, отсылка к канамевскому шреддеру, который перестал мигать. Вот этот шреддер, он наоборот мигает, 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 мигает. Но это уловка, это обман. Не нужно его бить, нужно нажать вниз. Да. Все, короче. Ой. Все. На этом мы заканчиваем стрим. На 100%, как видите, мы пройти не смогли. Ну его нафиг. Это надо прям сильно задрачивать. Я никогда не проходил эту игру на 100%. Зато на этом стриме я нашел комикс, который я не находил никогда. Вот это эксклюзив, да. Так что, кто будете смотреть запись, которой, кстати, нет на Ютубе, между прочим. На Твиче только можно смотреть. На Ютуб что-то стрим не пошел. Так вот. Обратите внимание, что я там в городской локации нашел такое задротское место, где нужно делать двойной прыжок из самой верхней точки, причем делать дэш в воздухе, и тогда ты сможешь зацепиться за противоположную стенку, а потом в ту сторону, то есть слева-право, лево-право, лево-право, двойной прыжок, дэш, двойной прыжок, дэш. Ладно. Все тогда, короче, с этой игрой мы закончили. Дальше будет что-то новое. А что? Я вам сказать не могу. У меня идей очень много насчет разных стримов. Это разные игры на PS1, на эмуляторе DuckStation, к слову. Это игры про Человека-паука, которые я не проходил. Тоже как минимум две игры у меня есть. И это игра про Принца Персии, которую я тоже не проходил.
Имеется в виду трехмерный принц Персии. Ну, то есть, который. Не в смысле 3D, который убогая игра, а который по пескам времени. Вот из этих принцев Персии я одну игру не проходил. Так что будут еще интересные стримы. Так что продолжайте следить за моими стримами. Надеюсь, вам понравилось. Игра все же хорошая. И надо ее Брикману зареквестить. Я думаю, он оценит. Ой, плохо, конечно, что эмулятор такой нестабильный. Это Брикман будет ругаться, если у него так же, как если у него будет вылетать эмулятор, а этот эмулятор вылетает на этой игре. Вот я уже заметил, что он каждые полтора часа вылетает. Вот прям стабильно. Или там 2 часа. Ну, точно не скажу, надо посмотреть. Записи стрима надо посмотреть, и можно прям точно сказать, что каждые 1.5-2 часа эмули вылетает. Потом вот эти графические баги, которые могут помешать, тем более при First Run. Не знаю, короче, не знаю. Хотелось бы мне, чтобы Брикман ее прошел. Но эмулятор, конечно, немножко это... Можно ему, конечно, так скинуть, то есть прям вот пакет. Ну, то есть игра плюс эмулятор, плюс настроенный, причем с инифайлом настроенным. И пусть парится, так сказать. Ну, будет глючить эмулятор, ну... Будет. Течка памяти. Не знаю, может быть. Спасибо, да, спасибо Раевскому за спасибо, так сказать. А ты про, сейчас будешь смотреть. Я не кусок Ганада, она вообще хорошая. Ну, это сам это знаешь, и сам это говорил. Так вот. Ну, ладно, тогда, да, заканчиваем. И что-то еще сказать. Я не знаю, если бы я сейчас играл на оригинальном Xbox 360, я бы сейчас вышел в дэшборд. А так как это бездушный эмулятор, у меня нет такой возможности. Так что, не знаю, хочется что-то еще сказать. А, ну, да, вопрос, как с этой записью поступать. Ладно, это мы, наверное, решим вне стрима. Я надеюсь, эта запись все-таки мы ее выгрузим на YouTube и будет... Такая вот полноценная уже трилогия, так сказать, стримов по этой игре. Ладно, короче, всем пока.